Жизнь человека подчас бывает очень хрупкой, и ежедневно каждого из нас подстерегают опасности на дорогах, в производственных помещениях, даже на отдыхе и дома. Спасти человеческую жизнь помогает вовремя оказанная первая медицинская помощь. Очень важно при этом, чтобы рядом с попавшим в беду человеком оказались люди, знакомые с основами проведения экстренных мероприятий по спасению жизни. Ежегодно во вторую субботу сентября во всем мире отмечают День оказания первой медицинской помощи, учрежденный специально, чтобы привлечь внимание людей к необходимости получения знаний и навыков доврачебной помощи. Мы решили узнать у заместителя главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета о том, насколько же важно успеть помочь человеку в эти минуты. При оказании первой медицинской помощи важно соблюдать правила золотого часа. Действовать надо максимально быстро, не паниковать, не навредить пациенту и при этом использовать все возможные подручные средства. Для окружающих важно в такой ситуации не растеряться, суметь до приезда медицинской бригады помочь своим близким или незнакомому человеку. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.